Тут, смотрите, перехитрил Виктор Комаров Игоря Бобкова, но не удалось сразу же воспользоваться этим перехватом. Он вот теперь уже выводя шайбу из Ультима. И забивает действительно Виктор Комаров. 3-1. Вот так. Ну, вроде бы нет прямой связи между этим перехватом Комарова. Нельзя сказать, это ошибка Бобков, потому что уже, ну, вроде бы заигрывал момент, и Бобков вернулся в ворота. И уже фаза атаки совершенно другая была, да? Но, тем не менее, Комаров выезжает и мощным щелчком. Ну, довольно такой приличной дистанции пробивает ворота авангарда, так что 3-1. Преимущество Сибирь составляет уже 2 шайбы. Никита Михайлов, вернувшийся сегодня в состав в качестве ассистента. Ну что, и у Комарова был плюс пас. Смотрите, Шаров был плюс пас, Комаров был плюс пас сегодня, да?